Баба Лиза! И всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Пиксель, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием 35 миллиметров. Поехали! Ух ты! Керосиновая лампа. О! Вот это уже что-то. Здесь у нас дверца. Да, вот суперово открылась. Кстати, тут круто жить. Ух ты, аптечка. Зажигалка. Ага. Будем исследовать все дома. Тут у нас что? Почта России. Ясненько. О! Использовал батареечку, потому что я уже так не могу играть. Это... Ух ты. Стерил. О боже, я помню такие баночки. Белли. Патроны. Супер. Ну куда же не тогда? Вот это колодец. Да, это колодец. Дверцу открыли. Нужно найти твою мать. Открывайся, тварь. А тварь не открывается, к сожалению. Вот чтоб тебя, леший дрючил, тварь. Тут у нас... Здесь у нас нету ничего. Твою мать. Вот так бы, блин, и пропустил. Ну ладно, ладно, ладно. Мутим. Вот это телекинез. Супер. Супер. Есть. Возвращаемся в наш домик. Кстати, где он? Я его потерял. Дружище. Вот тебе вода. Я принес. Принес. Как дилер, блин. Есть. Прошу к столу. Сейчас мы посмотрим, что тут пожрать есть. А, он еще не сделал. А нет. Ну что, вздрогнем? Горелочка. Ну ладно. Ровной дороги нам, Петрович. Петрович? Меня зовут Петрович? Твою мать! Ну ладно, будем знать. Будем знать. Я, короче, Петрович, да? Угу. Все ясно. О боже, вот это атмосфера. Вот это да. Охренеть. Охренеть. Так. Не обзывайся. Ладно, пойду. Так, я Петрович, это охеренно. Скоро до города доберемся. Угу. Так. Боже, правда. Жуткая голова. Чем зловещий? Какая еще... Ага! Врубался. Что тут можно стырить? Я люблю тырить. Тырить. Сначала события жизни круто изменились. Повезло, что болезнь не прицепилась. Но проблем все равно навалом. Здесь жить, конечно, проще, чем в городе. А мы же в город идем. А там живут на хардкоре. Натуральное хозяйство сильно выручает. Теперь в магазин не сходишь. И картошечки с котлетками не купишь. И пивка холодного не отведаешь. Мародер одолевает, кочует теперь с места на место. Правит попутчик, брезгует ничем, а свести и честности... Видимо, позабили напрочь. Рано или поздно, наверное, придется отсюда валить. Прыжок веры. Топор! Вашу дивизию топоридзе. И взялся.
Бабе Лизе с каждым днем становится все хуже и хуже. Мы боролись за нее всеми способами, но, боюсь, надежды на исцеление нет. Долго раздумали, как бы облегчить ее страдания, но не смогли. Духу не хватило, нам пришлось оставить ее здесь. Заколотить окна и забаррикадировать двери, если читаете это, будьте осторожны. Это аптечка. Твою мать, это тачка. Фум, кажется, это наш транспорт выглядит бодро. Реально, выглядит довольно бодро, реально, чуваки. Так, вот это экзибит рекомендует. Ну и чё? Хиль! Эх, чёрт. Канистру свистнули. Придётся поискать топливо в деревне. По сараям пошарить. Ах, так. Ладно, искать топливо в деревне. Где я тут тебе найду топливо, бляха? Можно разбить ее топором. Разбил. Твою мать. Супер. Супер, супер, супер. Ну, есть что красть. Бутылочка. Чего? Что? Я напоролся на какую-то сигнализацию лайфхакера? Что за дичь? Видели. Что это я подобрал? Так, ребятки, я, короче, тут какую-то фигню нашел. Я сейчас задвину шкаф. Что-то там будет, даже не знаю, что. Короче, блин, ребятки, я эту дверь как-то открыл. И что у нас тут? Твою мать! Твою мать! Баба Лиза! Баба Лиза! Баба Лиза! Баба Лиза! Мы избавили ее от мучений. Да! Я нашел! Супер! Я, блин, реально полсила перерыл. Вот. Держи свой поганый конец. Отлично. Отлично, по коням! По коням, я сказал! О, катсцена, я думал, мне сейчас как GTA надо. Пошел. Так, ладно. Поехали. Добрый путь, ребятки. Добрый путь. Газуйте, парень. Давай. Need for speed. Underground. Во. Сейчас ЗЗО такое. Ладно. Ух ты, вот это я понимаю геймплей. А чё остановились? Чё стал там? Мы же ещё не в городе. Эй! Не боись, Петрович. Скоро до города доберёмся. Да я это не боюсь, но всё-таки... Слушай ты, ты кого Петровичем обозвал, тварь? Ладно, тебя простил, но ты уж дружбанчик мой. А, я понял, это я управляю, ребята. Я могу вернуться, но я не буду. Да, вот это да. Это НФС. Я могу. Это я управляю, круть. О, мостик. Так, остановочка. Тебе ближе. Какой еще нафиг? Что я сделал? Куда нам надо-то? Туда или туда? Наверняка туда? Понятно. Или же... А чё? Что это за... Что
только что. Все. Я уже думал, блин, назад надо возвращаться. Это плохо. Я же уже столько проехал, мать вашу. Здесь раньше обслуживающий состав. Материалы доставлял. Да. А это еще что? Откати Волгу. Побежал. Поехал, тварь, ты такое. Сейчас откатим. Откатили. Дальше откатим. И сзади ход Вин Дизель. Вот эта тачка, а не эти ваши всякие там спорткары, маслкары. Вот это вот транспортное средство, мать вашу. Супер вообще. У меня тут кое-что припасено. Что же это может быть? Чтобы не скучать. Часто бывает, что перед дальней дорогой нас захватывает груз. Да. Даже если мы знаем, что в конце этой дороги нас ждет счастье. Ну, фиг его знает, что нас там, если честно. Каково же приходится, когда осознаем, что никакого счастья впереди не... Блях! Ай, блях! Ну ладно, едем дальше. Вот это пафос. Круто, да. Очень, ребятки, круто все, атмосферно. Описаться прям можно, ребята, реально. Прям беру и писаю. Конечно, Петрович. Конечно, поезд Петрович. Дальше поезд дальше не едет. Просьба освободить вагоны. Освобождаем. Ну что ж, ребятишки, мы добрались в какой-то город. Что ж, ставьте лайки, на этом мы закончим. Мы играли в группу под названием 35 миллиметров. С вами был Пиксель. Всем удачи, всем пока. 4, 3, 2, 1,